Вас приветствует Небесная канцелярия и наш спонсор – стоматологический центр «Престиж Дент». Стоматологический центр «Престиж Дент» предлагает одно из ведущих средств выравнивания зубов в стоматологии – брекеты, позволяющие оказывать помощь при исправлении расположения зубов у взрослых и детей. «Престиж Дент» предлагает различные виды брекетов – от классических металлических, имеющих высокую прочность, эффективность и невысокую стоимость, до новейших, сапфировых, невидимых брекетов. Стоматологический центр «Престиж Дент», улица Октябрьская, 3, телефон 52-45-42. В среду 11 апреля, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ночью 7 градусов мороза, днем плюс 3. Ветер западный, слабый, 3 метра в секунду. Переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление в течение дня слабо подрастет и вечером составит 768 миллиметров ртутного столба. В народном календаре 11 апреля – День березы. На Руси ее особенно почитали. Дерево жизни, здоровья и света. В этот день заготавливали березовый сок и смотрели, если его будет много, лето это будет дождливым. А я напоминаю, наш спонсор – стоматологический центр «Престиж Дент». Весь спектр стоматологических услуг. «Престиж Дент», Октябрьская, 3. У меня все. До встречи.